Воркаут-площадку для Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, построили организаторы «Алматы-марафон». Организация занимается благотворительностью с 2012 года. За это время они реализовали 24 проекта. В ближайшее время планируется построить футбольное поле для детей с инвалидностью. Мы сегодня находимся на площадке. Это вторая благотворительная цель «Алматы-марафона». Первая была у нас футбольное поле. Первая благотворительная цель – это футбольное поле в колонии для несовершеннолетних. И я до сих пор помню эти вот глаза этих ребят, которые оступились. К сожалению, да, оступились, но вот у каждого человека все-таки есть шанс исправить свою жизнь. Я считаю, что спорт и «Алматы-марафон», наша команда, считает, что спорт – это один из таких инструментов.